Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Работникам остановленного завода «Икея» в Кировской области продолжают платить деньги. Остальные предприятия в регионе работают стабильно, заявляет министр промышленности Кировской области Владимир Сысолятин. Сокращение персонала, по словам чиновника, не предвидится. В регионе остановлено только предприятие «Икея Индастри Вятка» в Вятско-Полянском районе. Ни один человек не уволен, все получают заработную плату в полном объеме. Разговора о полном прекращении работы не ведется, говорит Сысолятин. Перемены могут произойти в работе кировского завода компании «Пирелли». Компания объявила о приостановке деятельности в России. Предполагается сохранить только ту деятельность, которая нужна для обеспечения финансирования зарплаты и социальных услуг для сотрудников. Программа «Экономика». Где кировчанам отдыхать при закрытых границах и росте валют? О возможностях помимо Черноморского побережья рассказала директор компании «Вятка-Тур» Ольга Верхотурова. Санатории в различных регионах, экскурсионные туры, конные маршруты. Байкал пользуется спросом большим. Дагестан тоже одно из новых направлений. Абхазия. У меня менеджер только что вернулась из рекламного тура. Говорит, ждут нас, россиян. Сейчас нет такого, что, знаете, в связи с закрытием зарубежных направлений наши цены снижают. Цены достаточно высокие, но, я бы сказала, приемлемые. Что касается отдыха в Турции, то сейчас путевка туда стоит на 9 дней, на двоих 150 тысяч рублей. Это будет отдых в отеле 4 звезды, не на первой линии. Экономика на 101 FM. Если поездка сорвалась из-за санкций, деньги можно вернуть. В этом уверен управляющий партнер международной юридической компании «Касин и партнеры» Олег Касин. По его словам, при покупке билетов или путевки заключается договор, в нем оговариваются условия. Сейчас законодательство гибко реагирует на сложившуюся ситуацию и появляются нормативно-правовые акты в поддержку туроператоров. В результате компании могут не рассчитываться с клиентом сразу или возвращать часть суммы. Эксперт в таких случаях рекомендует опираться на условия заключенного договора. Они должны быть соблюдены обеими сторонами. Касин отмечает, что санкции не относятся к форс-мажору и не снимают ответственности по договору с его сторон. Вернуть деньги можно попробовать и за гаджеты, которые из-за различных блокировок перестали работать, например, смарт-часы или фитнес-браслеты. Если гарантии еще действуют или прошло не более 2 лет с момента покупки, можно потребовать от продавца деньги обратно, говорят в Роспотребнадзоре. По истечении названных сроков претензии к изготовителю можно направлять при наличии существенных недостатков. В Роспотребнадзоре считают, что прекращение работы программного обеспечения может быть признано существенным недостатком. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.